Если стало тяжело, шагайте, дышите, но не останавливайтесь. Либо в легком темпе, легкий бег на месте. Напутствие, чтобы участники не нарушали основное правило любой тренировки, и вперед. В Химках прошел мастер-класс по фитнесу под чутким руководством профессионала. Под звуки африканских барабанов – легкая разминка, движение в такт музыки, вдох и выдох. Да, еще 8, потерпи. Еще 4, 3, 2, 1, сейчас будет захлёст. Давай. После разминки переход к основному занятию – пробежка, разминка шеи, кистей рук и плечевых суставов. Сама тренировка длится не более 40 минут, но позволяет держать тело в тонусе на протяжении всего дня и полезна людям разных возрастов. Тематические встречи в Химках проходят ежедневно. Какая будет в удобное для вас время, можно узнать на специальном сайте администрации.